В общем-то, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Рома. И сегодня мы поиграем в Майнкрафт на сервере ruhypixel.net. IP сервера ты найдешь в описании. Вот. В общем-то, сегодня я сниму ресурс-паки. Сегодня у нас будет 3 ресурс-пака. Один из них я очень люблю, это мой любимый ресурс-пак. Вот. Еще спасибо огромное, Актив. За актив над прошлым видеороликом. Ты действительно, друг, показал, что ну тебе интересны мои видеоролики, поэтому лови следующее прошлое видео. Вот. Также, кто хочет спросить что-то или дополнить канал, можете писать свои комментарии, читаю все. Ну, я желаю приятного просмотра. А мы погнали к ролику. Пам! А вот и начинается наша первая катка с первым ресурс-паком. Название вы найдете в описании. Я не могу оставить ссылку, простите. Вот. Ребята, спасибо огромное вам за такой актив. Я очень немного уже записывал победных каток, и я скажу так, что иногда тут очень тяжело побеждать, и не всегда рассказываю про ресурс-пак, поэтому какая катка получится, такое я ставлю. Это все-таки не PvP-монтаж, а мне главное рассказать про РП. Ну понятно, если меня сейчас скинули при записке. Вот. Так что у меня уже есть ботиночки. У меня есть чел, который на меня нападает, и он очень жесткий PvP-шек. Я его убил. Меня стилят? Нет, меня еще не стилят. Так. Мне надо зарегениться. Так, хорошо, на меня пока что не нападают. Пока что могу пойти на центр и, в принципе, зарегениться. Вот. Дайте мне хилку. Герл. У меня есть стиды, по крайней мере. И тут идет телка какая-то. Подстиливать. А, это ж випка, у него эти перки есть. Ну, что ж, проиграю, так проиграю. Реально. А, он последний лол. Я как-то еще чела забрал. У меня остался випка. Да, я, наверное, оставлю этот видос, даже если прям сейчас проиграю. Катка получается достаточно эпично. Я все как бы показываю. Ты хотелось найти перлу. А. Перлы тут дефолтные такие. Вот. Я надеюсь затащить действительно. Я надеюсь затащить, найти сейчас себе хорошую броню. И, вот. И, конечно, затащить эту прекрасную карточку. И чтобы вы поставили свой прекрасный лайкосик. Вот. Так, у меня офигенный нагрудник. Это первое. Дальше. У меня есть для комбо много яиц. Fire Resistance у меня и так было, но ничего. Найти бы еще перлу и броню. Так. Я нашел броню, я нашел перлу, нашел... Ну, у меня меч был хороший, в принципе. Еще бы найти спиды, но у меня еще есть спиды. По крайней мере, 30... Этот челик очень жесткий. Реально, блин, я не знаю, он реально, он жесткий. Он прям ждет. Да, также, если хотите улучшить мой канал, добавляйте в комментарии. Все я читаю. Все, абсолютно. Да, тэпайся. Тэпайся первым. Я знаю, что они у тебя есть. У меня спиды закончились, но ты гнида, ты... А, стоп, тут сундук есть. Не забудь, тут же тоже могут быть перлы. Такое, броню починили. Кстати, остался не випка, випка как-то слился. Я надеюсь, я его убью. Нет, надо отойти. Стоп, у него нету Fire Resistance. Лол, ребят, переходим к второй игре. Я считаю, получилось достаточно эпично. Я показал все. Поэтому go к второй игре. И к второму ресурс-паку. Погнали. Ребят, начинается наша вторая игра. С ресурс-паком Blue V3. Все названия ресурс-паков будут в описании. Спасибо большое за такой огромный актив. Вы не представляете, как ютуберу приятно, что всем нравится его творчество. Вот.
наконец-то получим долгожданную ютуберку. Будем стримить, просто играть. Вот, будет все классно. Я, по крайней мере, так надеюсь. Единственное, если я проиграю, или получится неэпично, то простите, пожалуйста, суть, как бы, рассказать про ресурс пак, показать его, чтобы людям захотелось его скачать. Вот. Даже не скачивать, а... О, да, этот РП. Ой, вернее, этот Перл. Все, держу. Лиз. Так, давай, и ты тоже. Так, мы забрали ут. Так, пока что все идет нормально, по плану. Вот, по плану. Еще я не слился. У меня есть, по крайней мере, еще один Перл. Еще минус один челик, ребят. Один на миду у нас. Даже двое. Уже они пехаются. Перепехались. А еще третий игрок остался. Смешно. Нет, яблоко я пока не буду хавать. Мне нужен fire resistance. Он тут есть, его как раз не забрали. Вот, чели какой-то тут автокликер. Дракликер, вот. Сундуки перезаполнены. Надеюсь найти побольше перов. Как можно больше перов. Как можно больше яблок. Как можно больше всего. Вот, я надеюсь, я затащу. Потому что у меня есть все. Я вроде все вам показываю. Получается достаточно эпично. Я уже сделал 2 килла. Остался последний чел. У меня есть очень офигенная штука, на всякий случай, если мне нужно будет убежать. Ребят, это очень классная штучка, это откидывание. Это мега откидывание. И мне нужен компас. Мне нужен компас. Отлично. Мне показывает компас, что где-то наверх. Мне ничего не показывает компас. Вот, это я показываю компас. Вот, вот так горят люди. У него тоже fire resistance, у него перл. У него тоже fire resistance с перлами. Ой, очень жесткий чел. И это победа, ребят. Как бы... И мы переходим к последнему ресурс-паку. Я считаю, получилось эпично. Погнали, ребят. Вот и начинается наша последняя игра. Ресурс-пак Red Phoenix. Все названия будут в описании. Ребят, спасибо еще раз за такой большой актив. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вот. Надеюсь, у вас в этом году все будет хорошо, как бы. Вот. И вы подпишитесь на мой канал. И в честь такого события. Мне будет очень-очень-очень-очень-очень приятно. Приятно, прям приятно. Понимаете, что такое? Приятно. Приятно. Извиняюсь. Это немножко. Это не я говорил. Это не я говорил. Вот. Так, в общем, я вижу челика, который также вытает сундучки. У меня есть. У меня ничего нету. Я выжил. Мне бы показать вам еще первого, и уже можно, в принципе. Так, еще килл. Килл, отлично. Какой-то чел без брони, без брони гуляет на центре. Второго умеет. Один из них точно умеет играть, потому что я с ним прокался. Отстань! Блин, того чела были первые, но... К сожалению, он трагически умер.
Вот. И у нас осталось два чела. Одного я вижу. А уже нет. А уже сейчас я тебя не буду видеть, понял? Все, я тебя не вижу. Вот. Даже если этот чел пойдет сейчас на центр, я попытаюсь его удержать, чтобы показать вам эндерперла. Вот. И когда я вам покажу, в принципе, я уже доволен то, что я записал. Потому что показал три офигеннейших ресурс-пака, с которыми вы можете поиграть. Чтобы этот чел упал, это не падает, не падает. Я надеюсь, я успею. Да, ребят, вот эти эндерперлы. Вот, я успел вам показать, и мы переходим к прощанию. Погнали. В общем-то, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Рома. Я желаю вам нового, как бы, с наступающим Новым годом. Счастья вам там, здоровья, чтобы вам подарки от родителей понравились, и от Деда Мороза, конечно, вот. Если вам не жалко, подпишитесь на канал, чтобы я наконец-то получил свою ютуберку. Поставьте лайк, поделитесь с другом. Вот, я надеюсь, вам понравились ресурс-паки. Что еще могу сказать? Напишите свое мнение о видосе или какие еще видосы могу записать я. Ну, а с вами был Рома. Всем удачи и всем пока-пока, ребята.